На следующую информацию мы просим обратить особое внимание всех жителей Славянска на Кубани. По результатам проведенного мониторинга территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском и Калининском районах качество речной воды в реке протока не соответствует гигиеническим нормам. Купание в ней запрещено с 29 июня 2018 года. Городской пляж сейчас закрыт. Специалисты Роспотребнадзора будут постоянно следить за качеством воды. И как только она будет безопасна для здоровья, запрет снимут. А пока напоминаем, что на сегодняшний день на территории Славянского района есть два безопасных и специально оборудованных места для купания. Это территория детского оздоровительного лагеря «Лебяжий берег» и пляж «Оазис» в поселке Ачуево. Купание в других местах запрещено, так как это небезопасно для жизни и здоровья людей, в особенности детей.